Шалом, шалом! Это я, Леви Харпатин, молодой спикер платформы Вайкра, с нашей рубрикой «Мудрость Торы на каждый день». Проявление судьбы. «И повелел Иосиф своим братьям идти в землю Израиля и привести его отца Якова и все семейство». Так братья и сделали. И сказал Иосиф: «Бог поставил меня над всем Египтом. Я ему за это благодарен. Он дал мне возможность спасти всех вас». Египет является до сих пор и всегда являлась нечистой страной. Она была скверна. И именно мы, еврейский народ, очищали ее. После чего Моше, благодаря нему мы вышли из Египта. Произошло изгнание. Мы покинули эту страну грязную и нечистую. Почему мы это сделали и как мы осмелились? Потому что с нами были мощные наши праотцы, пророки и, конечно же, Всевышний. Все знали, все евреи, основная половина знала, что Всевышний за нас. Мы были с поддержкой, с Божьей помощью. И сейчас, если у нас есть возможность, если у нас есть поддержка, мы должны быть сплоченным, объединяться и убирать этот мир от скверны. Как и этим и занимался Всевышний, а мы его дети и должны быть подобно ему. Благодарю за прослушивание, до новых видео встреч!